Мои красотули, с вами Лаки Бобо. Ребята, сегодня я решил прогуляться в лесу. Но не простом, а, конечно же, стрёмном и страшном. А кто меня в этом лесу будет ждать, мы узнаем в видео. Так что досмотри этот видосик до конца, будет интересно. Ну а также можешь поддержать его и купить лайкосик. А еще если на канал подпишешься, то будет вообще крутяк. А перед тем, как мы туда пойдем, для всех, кто любит искать пасхалочки, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде белки. Вот такой. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. Так, кстати, ребята, напишите в комментах, вам нравятся пасхалки или нет. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! До меня дошли слухи, что в этом лесу есть страшная тайна. Я должен узнать, что это за тайна. Ну что, задание понял. Гу, пробежимся. Только вот куда бежать-то? Тут темень такая, ничего не видно. Так, давайте-ка потихонечку пойдем вперед. О, а это что за звуки? Эй, тут кто-нибудь есть? И тишина. Ну, как обычно. Опа, мне кажется, или там кто-то есть? Нет, точно не кажется. Я вижу, Слинди, приветик, родненькая. Привет. Стопай, Слинди, твои поцелуи будут стоить мне жизни. Ой. Я, конечно, рад тебя видеть, но не настолько. Погоди. Не, Слинди, я, пожалуй, откажусь и немного вперед пробегусь. О, так-то лучше. Стоп, слева дом? Точняк! Гу, заглянем в него. Может, в нем скрывается страшная тайна, которую мы и пришли узнать. Вот интересно, а насколько она будет страшной? Надеюсь, скоро узнаем. Так, заходим. Что-то не получается. Нет, не ходи туда! Это почему, Слинди? Эй, ты где? Блин, напугала и пропала. Да уж, это в стиле Слинди. Короче, идем дом осмотрим. Тем более, что после слов Слинди даже интереснее стало. Тут явно что-то будет. Да, Слинди? Ты же... следишь за нами? Опа-на! А это что за сундук? Давайте-ка попробуем его открыть. Что-то не открывается. Вам нужно найти 7 ключей, чтобы открыть этот гроб. Гроб? А зачем мне его открывать-то? Может, не надо? И не надо. И чего захотел? Не позволю тебе его открыть. Ни за что. Ура, Анжелкина! Да понял я, понял! Но, судя по всему, в этом гробу что-то ценное лежит. Ну, или кто-то. Для Анжелки так точно. Она налетела на меня. Я даже глазом не успел моргнуть. Значит, нужно его 100 пудов открывать. Только вот есть одна проблемка. Тут куда ни побежишь, везде все одинаково. И звуки тут какие-то странные. Следи, это ты... Это мыши летучие. Бррр. Было неожиданно. Да уж, мне уже не терпится узнать, кого мы можем встретить тут еще. Так... Впереди что-то вижу. А не, камень походу. Ну что, Гу, пробежимся? Да, с ветерком. О, неужели мы что-то нашли? Ты меня нашел? Нет, меня. Тише, тише, дамочки, не спорьте. Я вас всех нашел на свою голову, блин. А сейчас нужно бежать да подальше. Гу-гу-гу. Ну зачем же? Пойдем со мной, чайку попьем, поболтаем. Блин, Анжелка, ты когда ногти-то стригла-то, а? Чего-чего? Ну понятно, значит никогда. А вот ты кажешься, что медленная, а на самом деле бегать умеешь быстро. От меня не убежишь? Ого, Анжелка, да ты прям скоростная, капец. На нас все равно не догонишь. О, тишина, значит оторвались. Сейчас посмотрим наверняка ли. Я тут, да не переживай. Во, блин, приставучка. Я знаю, от кого ты этому научилась. Ребята, а вы догадываетесь, от кого? Напишите быренько в комментах. Опа, точка. Интересно, на ней можно укатить? Но я думаю, что нет. Давайте посмотрим, что внутри. Пусто, ха-ха. Внутри вообще ничего нет. Тачка, дом получается. О, канистра, забираем. И ей нужно, я так понимаю, тачку заправить? А где тут бак вообще? О, ключик первый, нашли. Ура! Отдал его живо сюда. Чего? Анжелка, ты до сих пор бежишь за мной? Вот не ожидал, что ты такая скоростная и упертая. Но думаю, я на максималках пробегусь, что ты явно нас потеряешь. Ну что, го проверим. Ой, мы до дома добежали. И я тоже. Анжелка, да я прям в шоке. Ты чё, прям бегунья? Я реально прям удивлен. Как ты такая кульгавая и так бегать научилась? Тебя что, бат тренировала? Да? Эй, ну где ты там тащишься сейчас, а? Вот я не понять. А снаружи дом кажется такой огромный, а внутри совсем маленький. Странно это, но в принципе, как и все тут. Так, нужно чуток тут переждать, пока Анжелка с дома свалит. Ведь она явно пошла туда, чтобы нас там задержать. И поймать! Иди, она ушла! Следи, блин! Это с чего ты мне помогаешь?
собираешь-то вообще? И пугаешь заодно. В чем твой интерес, а? О, понятно. С Линди слиняла. Ха-ха. Да, кстати, тут есть еще карта. Вот она. Сейчас посмотрим, где мы вообще находимся. Так-с, мы как раз около чего-то. Ну что, Гу, посмотрим, что там интересного. И это совсем, кстати, недалеко. Вон уже виднеется. А это что вообще такое? Похоже, тоже на дом, только очень длинный. И почему-то в нем окна заколочены. И вход вообще где? Нашли! И тут окно не заколочено, что тоже странно. Тук-тук, есть кто живой? Ха-ха, Слендермен! Это было смешно. О, а ты случайно ключика или даже ключиков тут не видел? Нет! Ого, какие мы серьезные! Ну ничего, сами поищем. Вот сейчас я понимаю, у кого Сленди научилась исчезать и появляться. О, сундучок с кодом. И я знаю, каким. Сейчас проверим. А позже я вам покажу, где его можно найти. Итак, вводим код 5378. Получилось! И мы нашли второй ключ. Поздравляю! Я ж памперсы не ношу! Зачем пугать-то так, а? А это кто еще ржет там? Слендер, ты что ли? Ну, наконец-таки я тебя нашла! А? Блин, Анжелка! А ты чего сюда приперлась-то? Поймать тебя! О, ясно, понятно! Го отсюда! Так, ща глянем, куда нам бежать. О, прямо! Ну что, гоу! Так, а тут какой-то сарай. Посмотрим, что в нем интересного найдем. Хм, походу ничего. Опа, сундук только с замком. Не откроешь, ха-ха. Опять ты, Анжелка. Ну ты, может, успокоишься, а? Так я спокойная. А чего ты гоняешься-то за мной? И вообще, как ты меня находишь? Эй, ты чё замолчала? Грузишься, что ли? Анжелка, ты чё там? Отстала? Не-а. Ага, размечтался. Так, до следующей точки нам далеко. Ну и хорошо, от Анжелки заодно оторвемся. Ну что, гоу! Вот я не поняла, это куда ты так разогнался? От тебя, красоточки, да подальше. Гу-гу-гу! Фух, кажись, оторвались. Неужели в самом деле? О, так мы на месте. Давайте-ка сейчас осмотримся. Ты уже близко. Близко? К чему, Слинди? Ну вот опять пропала. Эх, какая-то Слинди сегодня очень загадочная. О, а вот тут мы можем узнать код от шкатулки. Ну, той, которую мы уже открыли. И для этого нам нужно только запустить проигрыватель. С помощью канистры с топливом. Заливаем его в генератор. Есть! Он заработал. А сейчас проверим, работает ли проигрыватель. Работает! И чтобы узнать код, надо прослушать. Но мы его уже ввели. Так что гоу к дому. Поищем там ключи. А то чё-то их давно не встречал. Ты найдешь их в доме! Понял, Слинди. Убежал. Беги быстрее! Капец! Еще и подгоняет. Что ж там спрятано? О, а вы заметили, что дом нарисован как сердечко? Это так мило! Так, ладно, не отвлекаемся. Гоу к нему. Эй, есть кто? Так, а вроде никого. Отлично, можно спокойно тут полазить. И первым делом мы отодвинем вот этот ящик. Так, давай двигайся. Готово. А под этим ящиком тайничок. А в нем ключик. Отлично, мы третий нашли. Осталось еще 4. Ну что, гоу наверх, может там тоже что-нибудь найдем. О, вот еще один. Забираем. И нам осталось найти всего 3 ключа. И тут вроде я все смотрел. Нигде ничего нет. Так, надо найти лом, чтобы открыть сундуки. Так как там явно будут ключи. Но вот чувствую. Ну что, го опять пробежимся. Слендер, ты тут? И тишина. Значит, нету. А ключик есть? Ну вот и отлично. Осталось найти 2 ключа. О, и лом тут. Ну вообще классно. И теперь можно открыть сундуки. Думаю, там мы и найдем 2 ключа. Ну что, го проверим. 6-й ключ у нас! Есть! Гу за 7-м! Нет-нет, ты не должен его открыть! Должен! Эй, дамочки, так я не понял, нужно открывать или нет? Определитесь, а? Нет! Понял, значит, этот гроб заперла именно ты, Анжелкина. А ты это о чем? Ну, все понятно, точно была ты. Значит, мы его обязательно откроем. Гу, только ключик найдем. И думаю, он будет в сундуке под фонарем. Так что гу туда! И вот этот сундучок под фонарем. Открываем его. И тут ключик! 7-й! Ну что, побежали в дом? Мы собрали все ключи. О, и нам как раз по прямой. Ну что, гоу! Итак, та-да-да-дам! Мы открываем страшную тайну! Чего? Не может быть! О, наконец-таки! Носферату? Это ты? Страшная тайна? Да ладно! Так вот, почему ты, Слинди, нам помогала! Ну, ща все понятно. Любовь-морковь, я думаю, сейчас лучше всего покинуть это место. Так, понял, сваливаем. Спасибо за подсказку, кто бы ты там ни был. О, а тут же еще есть сундук. Давайте-ка его тоже откроем. Может, в дорожку что-нибудь найдем? Эх, тут пусто. Значит, побежим налегке. Эй, Носфи, просыпайся! Слинди тебя ждет. Эй, подъем, Соня! Так, надеюсь, услышал. Но это не точно. Короче, все, дамочки, Слендермен и Носферату. Покеда! Тайну я узнал, миссию выполнил. Все, я побежал!
идея! Да-да-да, мы это сделали! Мы убежали от Слендерины и ее семейства, ну а также разгадали страшную тайну, которая хранилась в этом лесу. Ну, а точнее гробу. Ха-ха, это был Носферату. Но я бы не назвал его совсем страшной тайной. Надеюсь, Линди будет довольна, что мы его освободили. Да, кстати, я думаю, его заперла Анжелка. А сейчас рубрика «Ваши комментарии». Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты и, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!